Всем привет! Вы на канале Андрея Семова. Пришли у меня вот такие медные обновочки. Это шлем для приготовления зерновых и фруктовых дистиллятов. Крышка медная на 4 кламп и конус. Подписываемся на канал. На канале скоро будет очень много роликов по этому поводу. Будем готовить виски, фруктовые различные дистилляты. Поэтому всем рекомендую подписаться на канал. Так, друзья, ну вот такая будет у меня сборочка для приготовления. У меня зерновых, брак, фруктовых. Смысл этого угла, он будет регулировать насыщенность вкуса, который будет перегоняться. То есть вот здесь вот ослабляется. Если вам нужен более чистый продукт, вот так поднимается. Ну, тут, естественно, выравнивается. И здесь, когда пар будет проходить, то есть вся кака, как говорится, будет стекать назад, а хорошая будет по пару проходить дальше. Но это более питейный вариант, то есть для щипы, там еще для чего-то, таких нюансов. Если надо чуть понасыщеннее, ставим средний нулевой угол, так называемый. Это будет уже, сами понимаете, побольше всяких тяжелых фракций проходить. Это уже история, как если вам не нравятся напитки такие очень насыщенные, бочковые. Это бочковая уже тема. А спасает спирт с хреном. Но потом 2 часа ничего не есть. Только пивом запивать и терпеть. Ну и первая бочковая. Это все идет под ваш вкусовой рецептор. Вот. Как вам больше нравится. Ну и ниже, естественно, уже логично вы понимаете, что еще будет еще более насыщенный момент, там, насколько вы наклоните. То есть будет пролетать очень много тяжелых фракций. Это все будет в большей мере под бочку. Вот. Ну, сборка у меня получается это крышка. Сколько же литров-то? 25, по-моему, или 30. 30 литров, по-моему, у меня шлем. Разборный, там будет у меня рассекатель стоять, пара. Будет пластина с такими лопастями. Вот здесь будет вставлена, она будет в середине закрыта, а лопасти будут по краям, чтобы конденсирование меди было соприкосновение больше. То есть пар будет рассекаться и проходить вот здесь под стенком. И здесь уже уходить в отбор. Так, что еще? Заказал я это все оборудование у SteelJet, у Романа. Ролик был задуман вообще поинтереснее. Хотел с ним встретиться, поговорить. Ну, не получилось, его не было на работе. В общем, я приехал, забрал оборудование. Вот, его не было. Ну, мы с ним заобщались. То есть, я у него приобретал оборудование еще и до этого, где-то, наверное, года 3-4 назад, на 2-дюймовый свой аппарат узла отбора я в него брал. Качество мне его нравится, устраивает. И именно такой шлем разборный, который меня интересовал, был только у него. И я вам скажу, он их уже делает давным-давно. То есть на рынке он самогонных аппаратов уже очень давно. Всем рекомендую. Есть у него свой сайт SteelJet. Вот, вбивайте в любом поисковике, он вам выдаст официальную страничку, и там свободу можете заказать, как я, по сути, это и сделал. Приготовились, будем брать. От него у меня крышка, шлем и конус. А это уже у меня было от других аппаратов. Здесь холодильник тоже можно ставить другой. Попугай я заказал у Михаила в Выборге, который проживает именно вот с такой толщиной. У него у одного только такие попугая. Почему такая толщина? Когда на прямотоке вы перегоняете, у вас есть такая, заметил я такую тему, то, что начинает, когда выброс идет сюда, флегмы, начинает вот так вот некорректно показывать реометр, прыгать. А здесь будет теперь плавное погружение этой флегмы и будет, ну, корректно показывать. В общем, не будет вот этих всплесков, выбросов сюда продукции. Поэтому именно такой я и заказал. У других я не нашел. У всех трубка идет 12, а это, по-моему, 16 трубка.
Ну, у него тоже там вариантов много интересного. У него есть колпачок такой интересный с атмосферой. То есть здесь вот, как у всех, стандартный выход. А это у него стакан внутри варен и дырочки. То есть, ну, связь с атмосферой. Интересно, есть у него варианты там. Поэтому ВКонтакте я его нашел. Вот. Там заказал вот такой попугай. Что еще сказать? Ну, по оборудованию есть, конечно, вопросы, нюансы, но в целом меня все устроило. Цена-качество соответствует. Рекомендую. В дальнейшем будет у нас много роликов. Это будет у нас ром. У меня подошел ром. Потом будет фруктовый ром. Потом будет приготовление виски. Не виски, а бурбона. Будет большая у меня заливка, получается почти 100 литров. Это будет две бочки у меня, кавказец и будет американец. Новая американская бочка от Properwood. Будем все это делать, осуществлять. Все это будет на канале. Буду показывать разные сборки. В плане того, что не каждый может себе такое позволить, можете просто гнать прямотоками. Простыми, вот трубами, не вискарными. Ну, понятно, что продукт чуть будет другой, но тем не менее будет схоже. И работа будет просто настроена чуть по-другому. А суть-то одна и та же, ребят. То есть, как бы говорить о том, что я сейчас отошел от больших масс самогонщиков, да нет, не отошел. Все то же самое, по сути, ребят. Даже по эту колпачковую колонну вы также ее можете заменить просто одной царгой полметровой и вставить туда три пыжа РПН. И у вас будет тот же самый продукт, что и на колпачковой колонне. Это был даже момент, делал вот недавно на канале «Посадский винокур» Костя. Перегонял на своем аппарате. Тот же самый момент, просто у него там 5 пыжей было, и у него получилось в крепости 95. Уберите 2 пыжа, у вас получится там 93. Уберите там еще один пыж, там, я не знаю, или 2 пыжа сделайте, будет у вас там 90, к примеру. Я не знаю, я просто, ну, я предполагаю, что это будет так. То есть, да, это улучшение, упрощение работы, но в целом прямотоком вы можете и простым гнать. И потом просто с насадкой второй перегон делать. Вот и все. Суть одна и та же. Ну, засим хочу откланяться, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Подписывайтесь на телеграм-группу. Там есть много, помимо меня, блогеров других, которые вам подскажут. В любом вопросе они очень опытные. Подписывайтесь на Дзен обязательно. Сейчас где-то на выходные сниму ролик, такой подарочный ролик будет, в плане сделаю среди своих подписчиков розыгрыш. Вот, розыгрыш не на, как его, не на стриме, а просто в ролике, там нужно будет написать. Ну, я объясню потом там условия. Вот. Идут еще у нас настойки вам тоже на розыгрыш. Будут скидочки в приобретении той или иной продукции самогоноварения. Это наши представители будут делать. Они мне уже писали по этим поводам. Будут ссылки там и по 10, по 20, по 30% есть скидки. Так что подписывайтесь, ребят. Чем вас будет больше в нашей семье самогонной, да, тем больше будет возможности приобретать то или иное где-то с какими-то промокодами, скидками. Розыгрыши на канале будут. Это все будет для вас. Чем вас больше, тем больше обратят на нас внимание, кто то или иное сырье производит, производит оборудование. Вот. Будем на фестивалях участвовать. Я думаю, у нас впереди очень много интересного. Вот. А так, всем спасибо за внимание. Всем пока.